my family. I was reminded why I love Los Angeles, and well. Хочешь смотреть видео Кейси в оригинале? Ныряй по ссылке в описании и регистрируйся на бесплатное занятие. А также по промокоду Тремпель будет 2 урока в подарок. Шесть восемь. В дороге. Мы сейчас едем в семейную поездку в Лос-Анджелес, где я посещу Витконг и увижусь с родителями Кэндис. Это видео начнется с небольшого эксперимента, где я попытаюсь провести мой новый Boosted Mini на самолет. Моя теория состоит в том, что они не пускают их в самолет из-за батареи. Так что я попытаюсь обойти это правило, открутив батарею, и провезу батарею и скейтборд отдельно. И я снова в аэропорту. Пока все нормально. Простите, сейчас я оцениваю шансы примерно 50 на 50, что этот скейтборд пропустят. Увидим. Спасибо. У меня получилось. Каким-то чудом у меня получилось. Хорошая работа, Boosted. Легкий перелет в 5,5 часов. Но я спать не буду, надо немного поработать. Если только ребенок не расплачется. Она хорошая мама. А теперь повествовательный поворот. Повествовательный поворот – это когда рассказывается одна история, а потом бум, она обрывается и начинается новая. Сейчас будет вот такое. Сразу после того, как мы доехали в Калифорнию, поездка приняла неожиданный поворот. И вот я неделю спустя сижу в моем номере в отеле и пытаюсь объяснить, что случилось. Ах, какая же это была странная неделя тут, в Лос-Анджелесе. Я не выкладывал видео целую неделю, я не монтировал видео целую неделю. Я постараюсь объяснить, что случилось. Понимаете, как только мы добрались в LA, ну, у меня возникла какая-то боль в животе. И оказалось, что это все серьезно, мне пришлось ехать в больницу. Я сделаю целое видео о моем времени в больнице. Но от этого все сбилось. Сбилась моя поездка на Витконг, сбилась съемка, которую я хотел провести. Сбилось прямо все. А теперь, ну, теперь уже 6 дней, как я уехал из Нью-Йорка. Кэндис и Фрэнсин уже вернулись в город, они уже в Нью-Йорке. Я вылетаю следующим утром. Я провел тут хорошую неделю. Больница. Я попал в больницу. Я ненавижу быть в больнице. Я объясню все завтра. Спойлер, я в порядке. Но это испортило всю поездку. Мой друг Джек Ропер работает над новым фильмом. У нас были классные съемки тут. Это было сразу после того, как я вышел из больницы. Джек, что тут творится, дружище? Ну, я пока не могу рассказать. Это сюрприз. Это совершенно секретно? Это совершенно секретно. А я могу использовать что-то из этого? Наверное, это. Я бы хотел рассказать вам больше. Это все еще была хорошая поездка, просто не очень продуктивная. Здоровье на первом месте, так что пришлось быть ответственным и позаботиться об этом. И несмотря на больницу, я был рад побыть с семьей.
я провел время с семьей, я провел время с семьей Кэндис, я провел время с моей семьей, я вспомнил, почему я люблю Лос-Анджелес, и, ну, вспомнил, почему. Это все равно была хорошая поездка. Увидимся завтра. Я расскажу историю про больницу. Это был мой аппендикс. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал.